Всем привет, это проект Альфа, меня зовут Николай Фельдман. Начинаем наши вечерние эфиры. Сегодня у нас будет два крутейших эфира, вот прям не побоюсь этого слова. И все, кто еще к этому не готов, уже готовьтесь морально, потому что мы взорвем сегодня. Да, Всеволод Зеленин у нас первый гость. Приветствую, Всеволод. Мы будем говорить об украинском бардаке как основе украинского мифодизайна. А сразу же я проанонсирую, что будет в 19.00, будет Дана Яровая, мы будем говорить о Министерстве обороны и всех задачах, которые стоят перед новым министром обороны. И там будет, я думаю, просто инсайт всех, кто, да всех людей вообще, я думаю, так. Но перед этим мы подготовим почву со Всеволодом и поговорим вот о чем. Мы проговорили предыдущие эфиры российский мифодизайн. Но мы совершенно не проговаривали практически украинский мифодизайн. А когда мы первый раз общались поза эфирами, вы сказали такую фразу, которая мне запомнилась, что основа нашего мифодизайна, основа нашего мифа – это наша бардачность. Она у нас есть и как хорошее качество, и как плохое качество. И как хорошее качество мы все помним «Дикое поле», которое мифологизировано было прекрасно в начале этой войны, когда на отдельном участке фронта собралось огромное количество самых разных людей, представителей добробатов, СБУ, полиции, кого там только не было, теробороны. И все они уходили, не сговариваясь, не координируясь, но как-то чувствуя друг друга, заходили в леса, собирали трофеи, уничтожали врага. И все это привело к тому, что мы помним, как 31 марта жест доброй воли совершила вторая армия мира, непобедимая, со своим мифодизайном, свалив нахер как бы подальше от северных границ. Вот. И это же как бы хорошая основа мифодизайна. Скажем так. Нет, ни хороший, ни плохой. Это просто качество. Да. Я начну с такой идеи, которая, может быть, многим поможет для осмысления и мифодизайна, и наших идей, которые здесь в моих эфирах. В 19 веке естествоиспытатели думали категориями, что бывают хорошие, полезные растения и вредные, неполезные растения. Там, вредные насекомые, полезные насекомые, животные и так далее. На самом деле нет ни вредных, ни полезных. Есть просто те, которыми мы научились пользоваться. Да, там как-то, я не знаю, облагородили какие-нибудь яблони там, и кушаем яблоки там, и так далее. И те, которые, возможно, мы почему-то решили ими не заниматься. И сейчас происходит очень быстрое, с моей точки зрения, невероятно быстрое эволюционное развитие именно культуры свободы в Украине, которую мы привычно называем бардаком. Но на самом деле мне сразу вспоминается Прудон, да, с его идеей известной, на самом деле, идеей по поводу того, что анархия – мать порядка, которую Советский Союз так очень здорово так вместе с батькой Махно дискредитировал. Но на самом деле звучит полностью фраза так. Это книга «Решение социального вопроса», именно вот как в анархизме. «Республика есть позитивная анархия – это взаимная свобода, и свобода не дочь, а мать порядка. И согласно этой идее, человечество рано или поздно придет децентрализованным, мы сейчас приходим децентрализованным, правда, да? Да. Децентрализация. Самоуправляемому укладу. То есть мы действительно начало, вот мало кто понимает за всем этим, всей этой окопной правдой того, что происходит, что вот здесь, сейчас рождается новая эра человечества. Прямо здесь. Мы показываем, как это может быть. Вот точно так же, как никто, возможно, не понимал, когда в гараже там где-то в Калифорнии рождался Apple, да, или там интернет появлялся, какие-то ребята собрались. Тогда мало кто понимал. Сейчас здесь, да, рождается другой порядок, вот этот свободный порядок, который, собственно, здесь и был всегда, просто мы не очень понимали, каким пользоваться. А чаще всего им пользовалась Российская империя, когда она взяла вот нашу эту способность к фронтиру, наши казаки, которые в этом диком поле там противостояли. Это наши, как я говорю, вот есть ковбои Дикого Запада, есть казаки вот Дикого Поля. Они потом взяли это и благодаря вот этому нашему качеству, этой способности, благополучно освоили Сибирь. Они даже не скрывают, что ее осваивали казаки. Все эти хабаровы там, кстати, хабар, да? Украинское слово. Да, ермаки и так далее, они так и говорят, что это казачество.
Да? Они их так называли, может быть, им легче было не говорить, что это украинцы. Они точно так же они помогали осваивать и юг, там, и бороться с Османской империей и так далее. Нас просто, наша метрополия на тот момент, российская, использовала это качество грамотно, а теперь предстоит использовать это самим, понять, что мы можем с этим делать. И, может быть, из этого родится совершенно другая человеческая культура, культура свободы. Угу. Вот сейчас. Да, вот она прямо сейчас рождается на этой войне. Ну, надо, во-первых, мне кажется, определить четко пространство для возникновения украинского мифа. Угу. Украинский эпос, угу. Легенда и миф, который сейчас происходит. В чем его рамки? Ну, давай возьмем мифологию этой войны. Да. Донецкий аэропорт. Да. Ребята не послушались. Им сказали отступить, они не отступили. И 200 с лишним дней устроили там такое, что их назвали киборгами. Россияне сами создали этот миф. Там киборги вообще, они люди какие-то. Да? Миф уже точно. Да. Да? Дальше. Ну, то, каким образом весь мир был в шоке от того, что вот нам давали там несколько дней или несколько недель. Мне понравился вот этот генерал Милли, это тот же самый генерал, который сейчас рассказывает про то, какие дает прогнозы. И тут мы создаем такой миф про то, что вторая армия мира может заниматься жестикуляцией доброй воли, потому что она просто не в состоянии ничего сделать с тем, с чем она столкнулась. Знаешь, мне вот несколько моих коллег рассказывали, какой шок испытывали от нашего мифа в начале войны российские военные. Угу. Знаешь, с чем они это сравнивали? Вот так, мифология. Одна из последних серий «Игр престолов». Помнишь, когда там идет сражение, и вот против этих... Ну, конечно, может, не такая хорошая аналогия, потому что... Я там, не смотрел, да, правда. Ну, там просто вот целые армии отправляются против этих ходоков, и вот так во тьму улетела какая-то там конница и пропала. И никто назад не вернулся. Мы говорим, отправляем батальон танков, и никто не возвращается. Что с ними сделали? Куда они пропали? Где-то в лесу их кто-то поймал. Какие-то цыгане угнали танки. Что, вообще, что происходит? Где эта регулярная армия, с которой мы должны столкнуться, победить ее за 2 дня и водрузить в Киеве триколор и все на этом закончить? Где? Что вообще? Кто нас побеждает? Откуда вы взяли армию? То же самое мне рассказывали там, коллеги, когда происходили события там, 2014 года, 2015 года, когда они говорят, откуда у вас армия? По нашим данным, у вас нет армии. Кто с нами воюет вообще? Кто эти люди? Откуда вы взялись вообще? Кто нас побеждает? Вот эта удивительная самоорганизация, которую мы называем бардаком, уничижительно. Диким полем. Диким полем. Она, ну, я считаю, что это какое-то такое сетевое, да, внутреннее сообщество. Сообщество, которое может в режиме какого-то внутреннего Wi-Fi, вот наш миф, да, ощущать друг друга, чувствовать на расстоянии и взаимодействовать в совершенно невероятных условиях. Вот это есть, да, это объективно есть, мы не можем это отрицать. И это, конечно же, сродни тем таким мистическим вещам, которые мы встречаем в мифах. Вот это, я считаю, основа нашего мифа. Мы каким-то удивительным образом. Ну, а с другой стороны, есть еще одна основа, про которую я очень часто говорю, когда общаюсь по поводу нашего мифодизайна. И она сейчас проявилась в этом наступлении, нашем контрнаступлении, которое никто понять не может, что происходит. Там, да. Кто-то говорит плохо, кто-то говорит хорошо. Ну вот я сейчас расскажу не то, что свою версию, а то, что как бы коррелирует с нашей мифологией. Как у каждого народа, у каждой культуры, я в одном из прошлых эфиров немножко про это говорил, есть свои стратегии непобедимости. Вот есть, да, вот когда они попадают, знаешь, как вот спортивная команда, немцы, когда они попадают, такой футболисты в систему, вот они идут как танк, неумолимый, побеждают. Бразильцы играют по-другому, у них там импровизация, все. Да. Стратегия западных стран, большинства, это блицкриг. Быстрая высокотехнологичная война на чужой территории. Вот Наполеон, Гитлер там были прям архетипами этой войны. Вот раз-два, там нету Бельгии за 2 недели. Там 3 недели, раз Франция капитулировала. Так быстро, да, вот очень четкая такая спецоперация. Блицкриг, да. А ну, немецкое слово, блицкриг, это молниеносная война. И она воспринимается западным мышлением как такая идеальная война. Быстро, четко, с минимальным количеством потерь. Кстати, Израиль так очень любит воевать. Там 3-дневная война, 6-дневная. Все любят так воевать. Маленькая победоносная война, это же российский нарратив. К сожалению, нет.
Ну, как бы он у них присутствует. Для России, к сожалению, да. К огромному сожалению, потому что Россия, взяв этот нарратив, на самом деле находится совершенно в другой стратегии. Ну, их непобедимая война – это война отечественная. Всем миром, всем народом, не считая с потерями. Они сейчас в своем архетипе. Угу. Это их стратегия – отправлять просто на войну, как на… Ну, у них война – это как, я не знаю, явление природы. Вот сейчас мы в состоянии войны, вот все отправились, все миром, народом идем. Очень здорово это показано, если ты видел вторую, третью серию «Утомленных солнцем», да, вот Никиты Михалкова. Там есть, когда они с палками идут на пулеметы, их стреляют, но они продолжают идти. Вот это их. Да, это их вот эта вот способность всем как-то вот пойти, не считаясь с потерями. И, собственно, эти ужасающие потери, немцы потеряли во Второй мировой войне в общей сложности около, там, по-моему, 10 миллионов, что-то такое было, да? А тут только по самым скромным подсчетам 20 миллионов. А немцы на всех фронтах потеряли меньше, да? С французами, с британцами, здесь огромными потерями. Вот это их война. Кстати, для арабов это джихад. Джихад. Состояние войны. Просто священная как, война. Священная война. Вот в этом они непобедимы. Вы можете захватить Ирак, Афганистан, но победить их вы не можете, если у них джихад в голове. Ну, получается, у украинцев джихад. А у священная война. Нет. Нет. Почему вот, нет? Вот я сейчас хочу донести это. Мы в свое время, когда я в 15 году, там, в 14 году это объяснял, народ просто у меня был... Я не знаю, что сейчас произойдет с нашими зрителями, но тогда народ вставал и начинал аплодировать, когда я про это говорил. Так это звучало. Давайте вспомним наши победоносные стратегии. Кстати, мы должны сейчас их принять, осознать. Как ныне избирается Вещий Олег, отмстите разумным хазарам. Так, какая стратегия? То есть на нас напали, да. Мы делаем спецоперацию на чужой территории, да, мы заходим куда-то, или щит на вратах Цареграда. Угу. Да, то есть мы не всем миром, там, мы заходим в центр инфраструктуры, уничтожаем, как в центре принятия решений, говоря современным языком, да? Угу. Читаем Гоголя, казаки собрались, да? И пошли спецоперацией. Угу. Да? Или как казаки воевали. Какими-то такими диверсионными группами заходили, что-то делали, уничтожали, все это проседало, и они после этого могли победить. Угу. Военная хитрость, не в лоб, а работа маленькими группами. Ничего не напоминает нынешнее наступление? Тоже, собственно говоря, что и было с Диким Полем. Точно. Работа маленькими группами, работа очень высокий уровень самоорганизации и импровизации в соединении, да, то есть каждый действует не по плану, а по ситуации, но все вместе. Чаще всего в ответ, ну или там вспомним Категорошка. Да, пошел в центр принятия решений, уничтожил там, забрал своих, вернулся, все. Угу. Казаки так воевали, вот мы смотрим там, пошли туда, сделали там. Угу. Мы сейчас, мне кажется, начинаем нащупывать свою стратегию. Вот то, что сейчас происходит, то, что взрываются там, то, что мы умудрились, не имея военного флота, топить российский флот ракетами для неба, я не знаю, там для земли, я уже не знаю для чего. Ну, да. То есть мы подводную лодку утопили ракетой. Да? Вот какие это наши? Не зим так по надкусию. Да? Вот это действительно стратегия этого дикого поля, пойти в то место, где может быть опасность, создать там инфраструктурные нарушения, сделать так, чтобы врагу было не до тебя. Да, сможешь ли ты наслаждаться своей победой с одним глазом, как да, ты или что-то еще будет у тебя такое? Все. Сделать невозможным. Угу. Вот эта стратегия, мне кажется, потихонечку нащупывается и может становиться основой. Я когда нашим говорил, говорю, ребят, мы каратели. Угу. Мы каратели, мы приходим в ответ, действуем. У нас, это у нас действовали Капак, бандеровцы, Махно, они все воевали по такой же стратегии. Абсолютно. Когда побеждали, они действовали неожиданно, вот таким импровизационно, инфраструктурным, таким диверсионным способом. Вот если военные тогда вставали и говорят, вот мы поняли, как нужно воевать, потому что советская школа, это ж вот дружными рядами, идем на врага с криками «Ура!», в полный рост, 9-я рота, российский мифодизайн, там все вот эти, там, Сталинград, то, что они сняли, там, это горящая атака и так далее. Вот это вот российский. Угу. У нас другой. Угу. У нас тихо, мирно, спокойно, без наших потерь. Врага что? Что трапилось? Угу. Зненацка. Не там покурили. И весело. Еще с юмором как-то. Вот мы потихонечку нащупываем этот миф. И очень важно, что сейчас мы должны его все осознать, что это наш способ ведения войны. Наш способ вообще может быть самоорганизации своей. То есть это такая стержневая рамочка, это да. То, внутри которого пунктиром
проходит путь в будущее. Да, там, условно, это из прошлого, настоящее и в будущее. Мы должны четко понимать, что мы такими были, мы сейчас, благодаря вот этим людям, которые как-то самоорганизовали, что-то сделали и меньшими силами побеждают больше, да, вот такими мы и будем. Мы будем такими в будущем. Поймал я себя на мысли относительно, в рефлексии относительно того, что вы сказали по первым дням войны, что мы для них стали черной дырой, куда они отправляли кого-то, кто не возвращался, и с ним не было связи, и потом вот непонятно, что с ними сталось. Пропали. Пропали люди. Вот. И получается же, и они и в этой логике до сих пор находятся. Мы для них стали той черной дырой, которую они вынуждены со своей стороны подпитывать постоянно, проводя постоянные мобилизации, наборы контрактов, там, контрактников, добровольцев, или же мобилизируя прямо с улиц, так или иначе, людей. Вот они сейчас же в подготовке нового этапа мобилизации якобы находятся. Якобы должна быть большая волна. И получается, в этой волне, ну, для них жизненная необходимость, потому что если они не сделают этого, то риск потери вообще всей субъектности на территории большого пространства. Я уже не говорю про то, что они могут потерять какой-то внезапно центр принятия решений. Вдруг где-то там налетит какая-то непонятная орда черного пятна, как бы, и, ну, им станет не до этого. Но они могут проводить себя еще, ну, они что-то значат на всей территории. А вот здесь, как бы, если они не будут это подпитывать снова новыми и новыми десятками тысяч жертв, то получается, что они вообще всю субъектность потеряют. Парадокс мифодизайна заключается в том, что каждый эскалируется в своем сценарии. Читаем любой миф, это всегда эскалация того или иного сценария. Их сценарий — это эскалация просто массовости. Тьма тьмущая, там, рать несметная. Вот это вот их, да, вот создать вот эту рать несметную, несчитанную, бескрайнюю, огромную, задавить вот этими телами, просто мясом. Это их способ, который тянется у них, ну, как минимум последние лет 500-600. То есть это не просто, это еще до нас. Это было до того, как мы осваивали это пространство, славянизировали. Они говорят, славянская экспансия на территорию Москвы, там, в Подмосковье. И тогда они прям пишут вот это все. Да? На эту территорию пришла славянская экспансия. Там мы пришли, каким-то образом пытались их, там, может быть, очеловечивать, там, приводить к какой-то цивилизации такой, как у нас. Вот. У них вот этот способ. Кстати, они же так точно, кстати, в мифодизайне очень красиво описывается, что врагу чаще всего приписывается то, что есть у тебя. Это такой, как у Фрейда, перенос. Давай вспомним, как они демонизировали татаро-монгольское нашествие. Да. От горизонта до горизонта. Идут какие-то повозки, вот это все там мощное, огромное, куда-то на них наваливается, они там такие прям сражаются богатыри. Да, вот это их. Я пообщался с казаками. Они говорят, ну как, ну, кочевники воевали всегда совершенно иначе. Да, мифодизайн создавался у Чингисхана такой, что их действительно очень много. Но чаще всего это были высокоорганизованные, очень мобильные группы, которые налетали внезапно, создавая хаос, захватывая что-то очень быстро и убегая, оставляя впечатление, что их было невероятно много. Но чаще всего пришли, захватили и ушли. Угу. Да, и все. Создавая, да, что там никто вот этот горизонт, это вот это, ну, я не знаю, как назвать, московский, но это даже не московский, Москвы тогда не было. Я их, знаешь, их в последнее время начал называть очень просто. Они сами себя так называют, я их называю, они собиратели. Это люди-собиратели. Они насобирали очень много с разных культур. Нахватались, они прекрасно адаптируют все, что они насобирали. Да, вот как сорока натаскала в себе в гнездо много всего. Вот она вот, ну, слепила из этого всего. Там, куда не ткнешься, матрешка не их. Там, самовар тоже куда-то взяли. Там, вареники тоже тут китайские, там что-то еще. Ну, в общем, хозяйственные люди. Хозяйственные. Все в себе. Да, все в себе. Вот эти чудесные собиратели, они впитали в себя то, что они получили, но на самом деле их природа осталась той же, просто огромным количеством, мясом, не считая жертвами, там, жестоко в отношении себя и в отношении противника, это их миф. Мы будем эскалироваться в своем мифе. Я думаю, чем дальше, тем больше мы вынуждены будем думать, как нам делать так, чтобы у нас потерь вообще не было при их огромных потерях. Нам нужно беречь людей. Я считаю, что Украина должна выйти из этой войны не только со своей территорией, но и со своим населением. Да? Мы должны уметь убивать так, чтобы оставаться в живых.
мы действительно должны стать невероятными там, ну, ниндзя, которые просто пришли, там, пришли. Мы, кстати, очень похожи в этом плане на них, на ниндзя. Пришли, сделали что-то, противники полегли там десятками или тысячами, мы также исчезли, как и нас и не было. Да? А противник потом думает, господи, что это было вообще, кто эти люди, откуда они взялись, куда они делись. Вот, может быть, это наш постепенный рост будет в этом. Ну, в принципе же, признаки этого происходят даже относительно вот этого контрнаступления, которое есть сейчас. Вчера была информация о том, что вообще все действия, которые там делаются на Южном фронте, это условно 12 тысяч наших военнослужащих, украинских военнослужащих против, ну, достаточно большого количества там с их стороны. Там. Условно говоря, Работина, это вот как бы там, условно, там 35 или 40 тысяч, или 30 тысяч, как бы, и нас там, украинских военнослужащих, в три раза меньше. Это же уже как бы какой-то путь в, да, эту, в эту историю. Да, да. И это самоосознание нации происходит. Какие мы, как мы воюем, потому что я вот сегодня тоже выступал на одном из эфиров, говорю, война — это прекрасный способ для осознанности, это приближает тебя к реальности, она вынуждает тебя ориентироваться на реальность. Угу. И мы начинаем задаваться вопросом, как мы можем наступать меньшими силами, а еще меньшими силами. Как мы можем сделать так, чтобы, я не знаю, противник был уничтожен еще до того, как мы наступили. Угу. Ну и вообще, тут одну важную, мне кажется, вещь мне хочется сказать. Может быть, это моя фантазия, если что, говорите, что это Зеленин там с ума сошел. Может быть, наша задача не победить российскую армию, уничтожить? Ну, тут... Ок, Арестович просто про это говорит уже едва ли не два месяца подряд. Понимаешь, да? И, по-моему, каждый день. Я просто коротко, просто одной фразой говорю. Да. Наша задача, возможно, заключается в том, чтобы российская армия не смогла сделать очередной жест доброй воли и просто была уничтожена на этой территории вся. Для того, чтобы демилитаризация произошла наконец-таки. Они же говорили, что на Украине произойдет демилитаризация, просто не уточнили кого. Чья? Российская. Да. И она происходит. Ну, она так-то происходит. Откройте Асинт источники, даже там же все с подтверждениями, вот эта техника вся. И, ну, если верить этим источникам и нашим источникам, то я думаю, что где-то уже полмиллиона выведено из строя. Если 200 с лишним, там 260 тысяч российских солдат погибли, то как минимум столько же ранен, то есть полмиллиона — это уже хорошая цифра. Еще полмиллиона не собираются мобилизовать, заткнув это все. То есть речь уже пойдет о миллионах. Да. Да? И может ли Россия как страна, как субъект позволить сейчас потерять в этой войне, ну сколько, 10 миллионов, 20 миллионов, 30, 40? В какой момент она остановится? В какой момент этот огромный динозавр, который просто не чувствует, как ему отъедают лапы, там, хвост и так далее, млекопитающие, маленькие, он в какой-то момент окажется обездвижен и просто будет разваливаться от этого всего. Вот вопрос, который, мне кажется, мы должны решить. Мы должны научиться оставаться в живых, уничтожая противника. Ок, это же все должно быть частью украинского эпоса современного, и легенды должны ходить про успешные операции, внутри которых, ну, это правильно, наверное же, да, что легенды должны ходить про успешные операции, которые вот в такой логике произошли. Условно говоря, налетели, разбили, получили вот такие результаты, и это произошло так-то и так-то. Угу. Да? Да. Почему мы не видели? Ну как, у нас вообще, на самом деле, я считаю, с войной гораздо лучше, чем с мифодизайном войны, по большому счету. Потому что, ну, даже больше скажу, просто приведу примеры. Вот у нас есть «Небесная сотня». Мы так и не смогли создать из этого качественный миф хотя бы уровня, ну, я не знаю, там, бакинских комиссаров там или чего-то еще там, ну, я говорю советские, потому что они, может быть, более-менее известны, там, или какое-то там кровавое воскресенье, как было, да, в свое время, вот, там, вот это шествие, оно аналогично. Фактически мы как бы получаем хороший материал, массовое сознание занимается им по мере того, как это происходит, потом оно отвлекается, но профессионально никто это не доносит. В современных условиях мифодизайн заключается в том, что есть люди, которые должны просто по роду деятельности, кинематографисты, там, художники, я не знаю, там, поэты, писатели, все. Ребята, вы на фронт собираетесь явиться на информационный? Вы собираетесь прийти на эту войну? Она уже 10 лет скоро как длится. Приходите, пожалуйста, вы очень нужны.
Понимаете, да, вот те люди, которые сейчас гибнут, вот там, они, ну как, они должны остаться в веках. Они должны остаться в виде каких-то потрясающих образов. Не ждите, что ЦК КПСС, который там даст указания, пожалуйста, там эти герои-панфиловцы или матросов, или кто-то еще, или Гастелло. Сами берите, смотрите, находите материалы, делайте из этого что-то такое, что запомнят и перейдут к нашим потомкам, и наши правнуки будут это изучать и гордиться этим так же, как там про казака Мамая там, или что-то еще. Это должно происходить. Причем, пожалуйста, пускай это будет не печаль печальная наша. Да, туго. Туго. А я очень хочу, знаете, ну чтобы это вообще было по правде, потому что у нас есть очень много живых, по-настоящему примеров, когда победоносно, сильно, мощно наши что-то сделали, да, остались в живых, противник полностью деморализован и уничтожен. И эти люди достойны того, чтобы войти в историю? Я точно считаю, что они достойны, чтобы войти в историю. Да, у нас наверняка, если там возьми там, только там, Юру Бутусова послушает его репортажи, угу. Ну, там же много репортажей, которые произошли за это время, и разбери их детально, там огромное количество всяких фактов, основ, да. Да, фактов для того, чтобы... Да, там есть и в его рассказах есть репортажах, да и во многих репортажах есть... Рассказы о неуспешных операциях, это нужно делать тоже предметом переработки, но это не про мифы, это не про легенды, не про эпос, это скорее про выводы относительно, значит, того, что мы должны знать, как делать лучше каждую историю. А знаешь, почему это важно? Потому что на этих примерах, как на положительных, так и такие, которые требуют выводов, будут учиться наши дети, угу. Учиться побеждать. Я хочу верить, что победа в этой войне – это одна из побед, которые будут дальше, дальше, дальше и дальше. Да. И потерь будет тем меньше, чем больше будут жители Украины понимать сходу, как они могут успешно воевать. Да. Какая их успешная стратегия, как их с разным противником ее проявлять, делать. Но мы должны научить своих детей и внуков на примере этих мифов, этого мифодизайна, как им, с чем идти в будущее. Это важнейший багаж. Супер. Хороший тут был вопрос. Mm-hmm. Я сразу на него ответил нет. И частично ответ, наверное, уже прозвучал. Анатолий Фищук пишет: а мы не утонем ли мы в своем медовом мифе? Медовых точно не утонем. Сейчас скажу так. Я хочу поговорить про срач. Можно? Наши срачи. Это прекрасный пример. Давайте так. Я вот их изучаю как психолингвист. В одной жизни кто-то, может, знает, кто-то не знает. Я еще профессор университета, который занимается политической психологией. Да. Какой вы... Нет, просто есть такая странная ипостась. Так вот, мы остроумные. Мы офигенно остроумные. Мы столько миру, ну, там, разному, и европейскому миру, и русскому, так называемому, миру, мы столько подарили, там, Зощенко, Жванецкий, Булгаков, Гоголь. Вот эти все гоголи, вместо того, чтобы поливать друг друга, они могут вот это острословие выразить в том, чтобы оно будет не сладким, оно будет достаточно острым. Да. Наш миф, он будет интересный, веселый, очень остроумный, остросюжетный, слово острый, да, вот я хочу ввести. Это лучше в эту сторону, чем просто бросаться какашками друг в друга, не очень качественно используя вот это острословие. Может быть, мы можем направить это в русло создание чего-то конструктивного. Еще мифодизайн — это конструктивная штука, это творчество, это совместное творчество по созданию чего-либо, а не там какая-то драка, там, доказательство чего-то кому-то. Это не то. Угу. Вот подумайте, может быть, мы можем превратить это в остроумие, можем более красиво, более интересно это все делать, чем просто ругаться друг с другом. Хотя это тоже, мне вот говорят коллеги европейские, говорят, вы знаете, что россияне просто боятся встревать в это все, потому что у вас там такой же уровень едкости, что тогда ты влез, теперь это сразу убили по ходу пьесы, дальше пошли, даже не заметив. Мы очень сильно можем наехать, да, это наша реакция. Я думаю, что это может стать частью национального мифа. Я думаю, что это как бы артефакт, который говорит об архаике. Как бы мы не можем обуздать эту еще энергию. То есть энергия прет. Мы не знаем, как ее как бы использовать. И она, поскольку мы не знаем, она у нас прет во все стороны. И отсюда этот хаос. Это же тоже часть бардака. Потому что неупорядоченный хаос своей собственной энергии приводит к неупорядоченности, неорганизованности энергии общей. Помнишь, вот казаки сидят, пишут письмо. Да. Посмотришь на них. Они одеты все по-разному. Кто-то голый, кто-то в роскошном. Там все.
там письмо само по себе, оно очень остроязыкое, скажем так. Да. Правда же, да? Да. Но все это вместе родило вот этот тоже миф про это письмо. Да, на столетие. На столетие. И оно, вот мы такие и были всегда. Нам не Хотя нужно... там только письмо, там даже неуспешная как бы операция, да, там в основе. Там и операции были. Не, ну прям просто как письмо-письмо. Да. Вот просто. И вот мы вот такие. Да. Мы веселые, мы интересные, мы остроумные. И мы злые по-своему на язык. У нас есть замечательная кайдышева семья. Мы друг друга так мочим, что врагам такое не достанется. Мы надо осознавать себя и направлять это в мирное русло. То, Но в плохой истории это же сыграло с Украиной офигенно злую шутку. Потому что то, что произошло в 19 году, в 17-19 году, это же вот про то, что мы можем переборщить с этой штукой, как бы она может привести к тому, что мы-то сами себя и подзагоним. И собственно говоря, после этого наступают последствия 32-33 года, что это прямое следствие. Ты знаешь, я слышал этот миф, вот это все, поднимал специально материалы, и... Честно говоря, если когда-нибудь удастся все-таки вернуть историю к тому, как что происходило, я бы был рад это все действительно, ну не то, чтобы переписывать историю, а просто написать, как было. На самом деле ошибка заключалась совершенно в другом. При создании государственности, ну, Грушевский и все остальное, да. Милитарный компонент был упущен сразу. И это часть мифодизайна. Я считаю, что украинцы очень воинственная нация. То, что нас говорили, что мы миролюбивые, там какие-то такие прям толстые, пушистые, мягкие, там сидим в своем садочке калахаты, это нас скорее умиротворяли. Конечно, если кого угодно раскормить, дальше некуда, и там рассказать ему «сиди, наслаждайся, эпикурействуй», это произойдет с кем угодно. Но мы очень воинственная нация, мы очень мощная в этом плане нация. Это всю историю берем, завоевательный поход, мы завоеватели. Вот еще раз повторю, завоевание Сибири, это казаки, да, нас приглашали, казаков считали, что это самое лучшее военное подразделение, там, или как правильно назвать, и приглашали разные короли. Мы очень сильные воины, мы воинственные люди, и создать миф о государстве, которое вообще не милитаризовано, было ошибкой, мы упустили время. Когда все уже дошло до Скоропадского, когда дошло потом до Петлюры и так далее, опять был неправильный миф. Ты вспомни, пожалуйста, они увлеклись вот этой шароварщиной. Вообще-то, ну, давай так, давай задумаемся просто вот так, с точки зрения простой банальной эрудиции. Кстати, я не знаю, трех человек знаю, которые вот согласны с этой идеей, может быть, после сегодняшнего дня будет больше. Помнишь петлюровцев? Вот классический архетип петлюровца. Жупан, шаровары. Ну, то есть, стилизация казачества 17 века. Угу. Внимание! В этом воевать вообще как, в этом маскараде? Не знаю. Это неудобно с точки зрения передвижения. Это совершенно не соответствует задачам войны 20-го столетия. Ну, может быть, сабли, пики, это все тоже хорошо, но вообще-то это все, ну, как бы, очень сильно попахивает театром. Угу. Да? Против этого красноармейцы. Давай посмотрим. Стилизация под вот эти вот буденовки, да, под шлемы. Очень все строго, очень все может быть утилитарно, четко, да, под задачу. Может быть, не всегда хватало, хотя к концу у них уже со снабжением было все в порядке. И вот против них вот эти вот гайдамаки с улюлюканьем совсем. Простите, мы должны быть современными. Сейчас, да, вот сейчас какие мы есть. Не надо сейчас опять вытаскивать эту шароварщину. На тот момент милитарный компонент, он был... С точки зрения мифодизайна сработан крайне плохо. Угу. Да? Сейчас получается тоже не очень. Как бы так. Что я хотел бы продолжить. Как бы, итак, есть эпосы, есть прекрасные примеры людей. А, я хотел ответить же тоже по поводу медовых не будет историй. Медовых. Да, да, да. Ваш ответ полностью удовлетворил. Я бы хотел добавить то, что... Наши сами военнослужащие говорят о том, что мы не понимаем, почему этого не происходит. Угу. Вот у меня была такая небольшая серия интервью, как бы оно выйдет, мы его не записываем в эфире, потому что нужно, чтобы там не все пошло в эфир, скажем так, в силу времени, внутри которого мы живем. Вот, поэтому оно выйдет позже.
но там будут однозначно эти вещи. И сами военнослужащие не понимают, почему сегодня, находясь внутри этого большого эпоса, их жизни, их подвиги, их успешные действия, часто это успешные действия на грани того, что люди прощаются жизнью перед ними, а потом оказываются выжившими, почему они не становятся предметом эпосов, почему современных эпосов, почему вот эта вся бригада людей культуры не занимается исследованием этих историй, переработкой и донесением до широких масс. Почему? Потому что это в итоге приводит широкие массы к нытью и срачам, а не к восхищению и прославлению, собственно говоря, ну, самих себя. Потому что это ну, как бы моральный дух нации. Да? Это влияние на то, что можно гордиться собственными достижениями, в том числе, которые нужны. Потому что это в конечном итоге еще и влияет на способность мобилизироваться, построенную не только на том, что надо куда-то сбежать от кого-то, но и вовлечься в эти действия. Ведь мы знаем снова-таки, что ну, 70% армии вообще не воюют. Да? Там нужны все как бы, специальности, всякие, в том числе и информационные, в том числе и водители нужны, и, как бы, и так далее, и так далее. Вот, поэтому этот вопрос возникает у самих военнослужащих, и это бы им помогало. Знаешь, я улыбаюсь по трем причинам сейчас, слушая тебя. Во-первых, мне так вот, пока ты говорил, вдогонку, если позволишь, так вопрос я закрою по поводу Петлюры, там, Скоропадска и так далее. Да. Мы представим себе, что в 17 или 18 году Украину возглавил человек по типу Шухевича. У нас другая история была. Ну да. По типу Бандеры или Мельника. Ты понимаешь, что это вообще другая история была? Он сразу бы построил, вот, если они смогли в условиях, когда воевали на два фронта, и против советских, и против немцев, они смогли бы выстроить регулярную армию, если бы они сразу вот так вот поставили это все, я 200% уверен, что была бы совершенно другая история Европы и даже мира. Да, вот если вот так вот. Угу. Просто вот если про мифодизайн. И мы в свое время проводили, это я подхожу к ответу на твой вопрос, проводили такую психологическую игру и говорили, что было бы с Украиной, если бы ее там возглавил сейчас там, я не знаю, Святослав Храбрый там, или Ярослав Мудрый сейчас, человек с таким типажом, там министром обороны был бы Бандера, ну и так далее. Берем вот прям типажи и ставим их и говорим, украинцам нужно научиться понимать, кого, как с какими качествами людей нужно ставить во власть. Вот что нужно понять, да, вот какой типаж. Это вот одна часть. А вторая, наши митці зростали, я специально говорю українським, на українському язику, зростали в умовах протидії режиму, який полягав в тому, щоб відійти в якийсь простір чистої творчості. І вони от до такої степені не розвивалися. Абстрактно. Абстракціями, що їх талант, як мені кажеться, во многом працює іскусство ради іскусства. Они не понимают той фразы, сейчас, наверное, опять будут меня хейтить. Искусство принадлежит народу. Ваше искусство создается для народа в его будущем. Вы должны создавать что-то, что поведет этот народ к успеху в конкурентоспособности в будущее. Вот что-то. И вы должны каждый раз, создавая что-то, фильм, я не знаю, пост, думать, как это сработает на ту задачу, которую мы сейчас решаем. А какую задачу мы решаем? Победу в этой войне. Точка. Это мобилизует людей. Это создает для них примеры того, каким образом мы должны бороться. Или это демобилизует, дезорганизует, ведет к тому, что люди ссорятся, к тому, что они убегают. В этом случае, простите, сейчас я буду категоричен, вы предаете свой народ. Вы не враги народа, вы предатели народа. Ух. Вы предаете народ, который, собственно, взрастил, дал вам всю эту культуру, дал вам огромное количество знаний, навыков, талантов, всего, генетикой, там, культуры, все это. Теперь это все должно служить одной простой, понятной любому человеку задаче – победе. И если вы создаете примеры, которые честные, без обмана, без всякой там легендизации или вранья, как это было в Советском Союзе,
Вы создаете примеры, которые помогают людям осознать, укрепить свой моральный дух, мобилизоваться во всех смыслах этого слова, там, мобилизоваться для полной победы. Простите меня, мы тогда сможем вот тот дух первых недель, месяцев войны, мы сможем сделать национальным духом, мы сделаем дух нации таким мощным, что точно 300 раз подумает любая страна перед тем, как напасть на людей с таким сильным духом. Вы те, кто сделает так, чтобы эту страну победить было просто нереально. Почему мы сейчас говорим об этом? Мне кажется, что самое время говорить прямо об этом, как в попытке создать толчок для общества, поскольку прямо сейчас началась риторика про, наконец-то, затяжную войну, войну на истощение на верхнем уровне. Да? Наконец-то президент про это поговорил, там, перед этим Верещук про это поговорила, вся аналитика мировая про это говорит. И задавая вопрос военнослужащим, как бы, которые уже 18 месяцев воюют, так или иначе, да, а как они видят мотивацию свою личную, мало того, что свою, надо же еще как бы думать о том, как создать мотивацию для общества, которое, как часто кажется, готово провалиться в своем нытье очень быстро в пораженческие какие-то настроения. Ну, это такие признаки просто, да, пока что. Военнослужащие отвечают в этот момент. Люди, которые на фронте постоянно и уже 18 месяцев, они говорят, я себе отвечаю на этот вопрос примерно так. Это наш шанс, наилучший за все 600 лет всех российско-украинских войн, за все эти 600 лет, наконец поставить настолько жирную точку во всех этих войнах, чтобы они никогда больше не повторились и не угрожали нам, и все наши предки завидуют нам сейчас, все наши герои крут, и все наши герои разных сражений, в том числе поражений, потому что сейчас весь мир за нас, потому что именно сейчас происходит тот самый момент, когда мы все можем и должны и сделаем. Да. Я скажу больше. Мы сейчас должны осуществить не просто военную победу, а историческую победу. Что такое историческая победа? Это победа, после которой история народа меняется. Вот пример исторической победы — Реконкиста. Знаешь, что это такое, да? Я знаю, что это про Испанию, но да, я не, да, не глубоко Испания. Знаю, что Испания это. Была захвачена за 5 лет маврами, ну, арабами. Могу ошибаться, но что-то очень быстро. Они вот наскочили тогда, захватили, все. И очень долго, я тоже могу ошибаться, но там в десятки раз, сотни лет прошла реконкиста. Они освобождали по чуть-чуть, там какие-то регионы, то Гренаду, то еще что-то, так, Севилью. И вот они постепенно, вот эти конкискадоры, это люди, которые освобождали свою страну, это было несколько поколений. Если посмотришь сейчас там в Википедии, да, точно сколько длилась реконкиста, но вопрос в другом. Они начинали с того, что от Испании не осталось практически ничего. Это колония, ну или там провинция Римской империи, которая единственная не была захвачена варварами, да, Западной Римской империи. Она тут была разгромлена полностью, покорена полностью. И вот они с ничего постепенно, вот этой длинной волей, десятилетиями, там, столетиями освобождали, и это дало им потом стать вот той самой Испанской империей, которой потом конкискадоры пошли на весь мир. Это другое качество человеческого материала. Эти конкискадоры потом от Мексики до Огненной земли, как первооткрыватели по всему миру, вот эти испанские, да, каравеллы и все остальное, они совершенно с другим мышлением, они поменяли. Вот пример того, что происходит сейчас с Украиной. Да? В Украине происходит. Сейчас здесь формируется поколение, ну, в кавычках, скажем, таких новых конкискадоров. Людей, которые будут фронтирой, новой породой людей в мировой истории. Так же, как были те люди, которые захотели переплыть Атлантический океан, организовали регулярное переплытие туда-обратно, такой менеджмент, которого до этого ни у кого нигде не было в истории известной цивилизации, да, именно вот там организованы все эти там и походы, и организация там колоний в разных частях. Вот какая порода людей это пошла. Понимаешь, да?
Вот простой факт. Они выработали за столетие совершенно другое мышление, совершенно другое осознание, стали вот теми испанцами, которые мы потом знаем. Мы, может быть, сейчас становимся каким-то совершенно другим народом, чем мы привыкли за эти там 300-600 лет, кто по-разному считает. Мы превращаемся, мы как бы из нас вылупливается, как из яйца, совершенно другое существо, которому нужно помочь путем, в первую очередь, осознания. У нас уже как бы на земле есть, вот есть люди, которые воюют, есть люди, которые уже стали этими людьми. Теперь нужно, чтобы в этой точке поучаствовало 90% украинцев. Да. В Европе они находятся, в Украине, где угодно, там, в Российской Федерации. Они должны все поучаствовать в том, чтобы вот просто прикоснуться и сказать, да, я тоже в этом участвую, да, я тоже хочу к этому принадлежать, да, я тоже конкистадор, я тоже хочу менять историю человечества. А не оказываться в прошлом вот этом архаичном, где договариваются между собой Северная Корея и Путин. О том, как они будут делить наследие Советского Союза милитарное. Ну, простите, это сильно прошлое. Это уже что-то совершенно другое. Теперь важный вопрос в этом контексте, возможно, даже наиважнейший. Это место для героизма внутри эпоса, внутри мифа и легенды. Ведь есть обоснованное мнение, что когда мы опираемся на героизм, на героев, описываем геройство, мы создаем у общества иллюзию, что делать чего не надо, потому что у нас есть герои, и они как-нибудь сами все это и порешают, все поделают. Это не безосновательное, мне кажется, мнение. Сюда нужен хомяк для того, чтобы про это поспорить. А в предыдущую часть про 19-17 год нужен Яневский для того, чтобы там поспорить. С удовольствием. Да, но это будущее наших эфиров с вами. А пока что вот общее мнение. Где заканчивается адекватная героизация и начинается лишнее, которое вводит, создает завышенные ожидания у общества? Ну, я вообще по-другому смотрю на героизацию в мифодизайне. В мифодизайне героизация – это создание определенного сценария, то, что называется социальной конвенцией, поведение где угодно, да, даже в быту, не обязательно только на фронте, которое настолько привлекательно для населения, что оно хочет, вот как, знаешь, там, казаки-разбойники дети играют, и вот они в них играют. Человеку хочется вот в этом сценарии, каждому захочется поучаствовать. Я вспоминаю, как мы когда играли там в детстве всяких там наши и немцы, все же, никто не хотел быть немцами. Да, все хотели быть нашими, там, такими, все. Вот как создать ощущение наших, да, вот как создать такой, в хорошем смысле этого слова, массовый героизм, когда человек понимает, что то, что он сейчас делает, опять же, это, мы все это пережили в первые месяцы войны, когда вот то, что ты делаешь, вот то, что ты сейчас поставил этот лайк, то, что ты написал в Фейсбуке, то, как ты там ответил на тот или иной комментарий, это твой героизм личный. Прямо сейчас за то, что он, вот там маленькая капелька, которая ведет к победе. Вот ты ведешь себя в этом плане как герой, как патриот страны. Не так, как тот человек, который готов накинуться на своего согражданина по любому поводу и там с подозрениями, с обвинениями, оскорблениями. А тот человек, который приводит к это все к консолидации, и у нас четко, слава богу, у нас сейчас четко понятно, где враг, четко понятно, где свои. Понятно в основном. Все. Вот все понятно, предельно. Понятно, кто работает на победу, кто не работает. Это видно, выявляется. Это, слава богу, можно прямо там, я не знаю, дойдет это или станет мифом просто, что приравнивается коррупция, там, госизмене. Президент про это сказал, потом куда-то это по-другому пошло. Но я про другое. Я сейчас не про то, будет ли это юридически, я хочу, чтобы это стало социально. Чтобы на человека, который вредит или не способствует победе, смотрели как на изменника родине. Вот четко ты изменяешь, ты изменил своему народу, ты предатель. Вот я, простите, что такие в категории говорю, но мифодизайн, ну, так и работает. Он работает, вот есть свои, есть чужие, есть все, там все понятно. Ты смотришь на это все, вот этот способствует, вот этот предает. А вот тут мне хочется Дацюка послушать, вот прямо сейчас, да, Дацюк, в реакциях. Да, но... да он, конечно, ответил бы по-своему. Я сейчас говорю не в категориях философии, я сейчас говорю в категориях массовой психологии. Я понимаю, тут же в том-то и дело, что... Массовая психология мыслит просто, она мыслит черно-белым манихейским мышлением. Есть вот черное, есть белое, есть свои, есть чужие. И вот
это создает майданы, когда люди выходят и все вместе, когда как это, нищие безоружные люди идут навстречу смерти и побеждают ее. Uh-huh. Вот это консолидирует, это делает людей сильнее смерти. Это жизнь сильнее смерти. А в философском смысле или там в культуральном и так далее, я готов слышать все мнения. И опять же, как человек, который занимается мифодизайном и дискурсом, я согласен с вашим несогласием. Угу. Вот я рекомендую всем для наших детей. Я согласен с вашим несогласием. Я готов услышать любую точку зрения и спросить, вот то, что мы сейчас будем делать и продолжать разговор, это способствует победе Украины или нет? Есть простая точка измерения. Это способствует победе в этой войне или препятствует? Дело в том, что баланс мнений, так или иначе, людьми из разных сфер жизнедеятельности, специализации, профессионализации, он очень важен в силу того, что вот только их совокупность позволяет нам так или иначе видеть эту картинку как минимум трехмерной, а лучше еще и как-то четырехмерной. Да? Это и есть Украина, когда мы все объединяем разницу, большую разницу мнений для того, чтобы сложить общую картину. Это и есть Украина. Россия – это когда противоположный вариант, когда вот вам готовая картина, да, которая распространяется на всех, а кто не согласен, лобное место известно, да, где. И сначала, и это приводит именно к пути, внутри которого штрих-пунктир ведет в черную дыру. И сначала, рано или поздно, да. И, ну, у них это с самого начала пошло, по факту, да, я имею в виду украинской кампании. Сначала это победа за 3 дня, потом это все идет по плану. Потом мы не начинали, а потом затяжная война. А потом мы никак не можем закончить. Ну, по факту. Хорошо, Виктор Криневский пишет, наш постоянный зритель, чудесный комментатор. Основная проблема, что героизация – это обесчеловечивание. И здесь легко скатиться к ресентименту в случае неудачи. Значит, тут я вынужден сделать рекламную паузу и предложить почитать мою книгу по поводу героев, вот «Основы мифодизайна», там есть. Я сейчас кратенько, кстати, того количества времени, которое осталось, скажу так. Для того, чтобы герой был человечный, то есть антропологичный, там должны быть обязательно 3 составляющих. Обязательно. Вот в качестве примера можете посмотреть «Панду Кунг-фу». Да, вот это, ну, не зря стал таким популярным мультфильмом. Можете смотреть вообще голливудские экранизации там, того же Геракла и кого угодно. Там 3 составляющие. Значит, там обязательно есть мужество. Вот такая сила, какая-то невероятное стремление. Давайте посмотрим «Панду Кунг-фу». Вот он хочет, вот он, мне надо кунг-фу, я буду там все делать. Там обязательно у героя должна быть, ну, то, что называется там феминистическая составляющая, то есть должна быть какая-то мягкость, человечность, какая-то, я не знаю, там гуманистическая составляющая или женственная даже составляющая. И обязательно должна быть так называемая детская составляющая, детский архетип. То есть он должен быть живым, смешным, балованным, может быть, что он может шутить. Тогда он человечный. То есть он сильный, он мягкий и он игривый. Вот эти 3 составляющих, это приводит к тому, что герой не становится каким-то таким обронзовевшим, да, таким отдаленным и бесчеловечным, когда мы на него смотрим и думаем, ну, я так никогда не смогу, как это в фильме «Волга-Волга», помнишь, вот так 5-20 лет нужно учиться, там, это не про меня. Нет, ты тогда понимаешь, что ты такой же, и ты, это для тебя путь, и это возможность, и ты тоже таким можешь стать, и ты можешь так же поступать в том контексте, где ты живешь. Тебе не обязательно, вот ты говоришь про фронт. Да, действительно, но я хочу сказать так, что там 100 человек в армии, 25 человек из них на передовой, а 1000 их поддерживает. Вот тогда начнет работать. Ну, я хочу сказать по поводу детской составляющей, снова-таки вернусь к интервью, которое еще не вышло, но там важные слова настолько звучат, что я хочу их транслировать. Где-то там, около линии фронта, возвращаясь из выполненных задач, из мест, где они выполняются, военнослужащие проезжают или приезжают в населенный пункт, где их системно, постоянно встречает одна и та же 9-летняя девочка. Всегда с восхищенными глазами, с радостью, с рисунками. И именно это меняет ощущение конкретных военнослужащих. Когда они приезжают в большой город, и если они идут по улице, и к ним подбегает ребенок, улыбаясь, протягивает что-то,
даже если это рисунок в том числе. Это наполняет. Это наполняет и меняет конкретное, да. конкретного человека. И вот это вот посыл, который хочется донести вот этой тысяче, да, которая стоит за вот этой сотней, которая обслуживает фронт или на фронте, что это нужно нести через детей в том числе, потому что это очень важно. Да. И это воспитание и детей. И я скажу, что эта девочка сделала для нашей армии больше, чем некоторые народные артисты Украины. И вот теперь про народных артистов, потому что есть этот комментарий, я его должен зачитать. Євген Карась пише. Трохи жахливої ахінеї про те, що мистецтво і митці мають слугувати перемозі. Це називається пропагандистським, прикладне мистецтво. Це норм, коли мистецтво має певну мету і задачу, але це дуже жахливо оцінювати митців тільки через цей ракурс. Дуже погане нерозуміння мистецтва і його природи. Окей, я чекав на це. В одному житті, пане Карась, я закінчив консерваторію і творчу аспірантуру, об'їздив півсвіту як віолончеліст. Лауреат міжнародних конкурсів, перемагав і в Україні, і за її межами. Тобто я знаю, що таке бути митцем. В іншому житті я професор, який викладає політичну пропаганду протягом вже більше 25 років. Тобто я знаю і перше, і друге. Я вам скажу так. По-перше, по-русски скажу, чтобы всем остальным было понятнее тоже. Значит, первое. Пропаганда сама по себе, это, она не хорошая, не плохая, это средство формирования мировоззрения. Пропаганда здорового образа жизни, пропаганда там, семейных ценностей или там, еще чего-нибудь, это просто средство. Дальше. В условиях войны, вся государственная машина, вся, повторяю, и экономика, и политика, и культура подлежат мобилизации. Их задача пропагандировать, с моей точки зрения, то, что способствует тому, что написано в Конституции. В Конституции написано про целостность страны, про защиту и необходимость ее границ и так далее и тому подобное, про сохранение страны. Если кто-то с самыми лучшими побуждениями не понимает этих задач, это его право, он просто не участвует в этой битве, он, я скажу сейчас, может быть, обидное слово, он дезертир. Хорошо это или плохо, некоторые люди дезертируют физически, некоторые духовно. Он духовный дезертир, который не готов сегодня мобилизовать свой талант, как в свое время говорили про Черчилля, он мобилизовал английский язык и повел его на битву с врагом. Он не готов мобилизовать свой талант для победы собственного народа. Как дальше вам с этим, пан Карас, жить? Решайте сами. Пишите про меня, что вы хотите, что вы считаете нужным. Может быть, мы с вами можем пообщаться там, более плотно, менее плотно. Я высказываю всего лишь свою мысль. Да? И непонимание того, что сегодня немобилизованная культура, немобилизованное искусство приводит к тому, что люди впадают увечьей, впадают в пораженческие настроения и так далее. Это ответственность тех, кто, собственно, по функции своей в государстве занимаются дежурные по стране, как я говорю, дежурные по культуре, дежурные по искусству. Вот и все. Я же не предлагаю вам прославлять, я не знаю, какого-то вождя Сталина, как это было в Советском Союзе. Вот это все, кстати, наследие там, колониальное. Да. Я не предлагаю прославлять, я не знаю, какую-то политическую партию или какой-то режим. Но я точно знаю, что как гражданин я сделаю все возможное, чтобы мой талант писателя, там, публициста, тренера, психолога, там, преподавателя и так далее, он будет служить тому, чтобы Украина победила. В этом месте я ставлю точку. Если у вас есть какие-то другие мнения, это ваше право, как право любого человека в свободной стране его иметь. Это все. И вы можете его иметь прямо под этим эфиром, написав комментарий в нашей свободной, прекрасной стране, в своей любой манере, какой хотите. Мы будем читать. Если нам это ваше мнение будет не нравиться по принципу оскорблений или чего-то еще, будем банить. Если оно нам будет не нравиться,
но оно будет содержательным, мы будем его учитывать и спорить с ним, вести дискуссии. Спасибо всем, кто нас смотрел. Спасибо Всеволоду Зеленину за этот потрясающий эфир. Следующий эфир будет не менее потрясающий, поэтому дождитесь, не убегайте, переходите просто на следующую трансляцию или подождите, вас просто автоматически перекинет. Данные Рвая уже у нас в студии. Через пару минут мы включимся. Всем пока. Пока-пока.